Всем доброе утро. Я пошла до зоны. Мне надо забрать переходник. После переходника еще лифчик и джинсовую куртку. Говорю, джинс, блин, так мне понравилось. В общем, иду. Идти всего лишь одну минуту. Мои еще спят. Мне надо уложиться, накраситься. Так что бегу. В общем, все, забрала я куртку. Вообще супер куртка. В магазине 1500 дороже стоит. Ладно. Значит, вот переходник в розетку. Вот так он выглядит. Ну, я его не открывала даже, так вытащила. И вот бюстгальтер. Сейчас открою, вам покажу. Так, вот бюстгальтер. Такая приятная ткань. Вот у меня на мне сейчас точно такой же, только черный. Такие вот лямочки. У меня размер... Вот. Фирма, вот. Ссылку вам оставлю, кому надо, напишите, я вам скину. Вот состав. Прекрасный вообще. Черный, белый. По-моему, белых там нет. Ой, черный, бежевый. Белых нету. Так, что тут у нас написано? Изготовитель. Кто тут? Кто это? Гуам. Что? Шензен-Сити. Пион называется. Еще, по-моему, даже можно эти вставки вытаскивать. Видите, разрезы есть внутри. Вообще очень приятный к телу. Он не ощущается вообще. Я сегодня наряд сменила. Сегодня в синеньком. Шляпу сняла. Такая жара сегодня у нас. Мы идем на завтрак. Блин, время 12:30 почти. Сколько? Без 20 час. Вот идем на завтрак. Пиццу сейчас здесь. Пиццерия есть. Доминос, по-моему. Две пиццы, одна средняя и маленькая. Доминос 1500 рублей здесь. Тремя ручками чая. Леша куда-то вечно втопит. Я за ним бегу. Я бы на беленькое вот такое покаталась бы. В общем, здесь вот такой интерактивный монитор. Можно выбрать, где ты хочешь стоять. На Красной площади хочешь стоять? Нет. Вот на Красной площади выбери. В Москве же все-таки мы. Да. Вот и форму выбери какую-нибудь. Давай солдата какого-нибудь. Ты же нравится тебе. О! Давай что-нибудь такое красивое. Вот тебе вот это пойдет. Или в коже, вообще во. Огонь. Леша, вообще так, тебе пойдет, слушай, это круто. Да ты сядь вот сюда. Нет, повыше надо, что-то не то. Выше голову приподнять надо. Что так низко-то? Сзади Хармакеева такой зеленый. Может, приподнять как-то надо? Ну, что, где это самое? Я не знаю, давай приловчись как-нибудь просто и все. Да нет, тебе с кожанки, Леша, сделай в кожанке, пожалуйста. Тебе реально круто. В той кожанке. Да не, не очень. Ту черную. Давай ту черную, красивую. Во, вот это вообще класс. Давай, как-нибудь приноровись и сядь. Ну, выбрал ты же. Во. Давай. Давай, сейчас он сфотается. Леша, тебе реально идет, смотрите, как круто. Давай еще раз сфотайся. Во, давай. Чтобы белого фона нету, маленечко поближе просто встань и все. Вообще тебе идет вообще вот это дело. Артем, ближе надо подойти, ближе, еще ближе. Теперь дальше. Блин, ты такой красивый в костюме, прям мне нравится. Тебе идет вообще очень красиво. Прям шикардос. Отправляйся на почту. Так, куда?
Где? На почту себе. Во, давай вот эту на почту себе отправишь. Ой, как красиво вообще. Вот Московского Кремля еще можно. Фотку себе выбери. О, нет, а лучше было. О, вот это лучше. Давай вот это. Да не надо нафиг головной убор. Ну или сделай, ладно. Дай его. Редактируй. Ой, как круто придумали. Уменьшай его маленько. Может, можно? Ну да, пальчиками сужайте. Во. Ой, как прикольно. Я не могу. Уменьши еще. Чуть-чуть. По размеру. Во. Редактируй чуть-чуть шляпку эту. Во. Чуть-чуть левее. Справа. Во. Туда-то смотри. Еще можно меньше чуть-чуть. Ладно, чуть-чуть совсем. Во. Еще чуть-чуть увеличь. Большая. Да большая сильно. Здесь смотрите, кривая какая-то. Во! Во-во-во! Так оставь. Вообще прикольно. Все на почту отправляю себе и все. Так, императорская форма. Ближе подходи. Ну, голова маленькая, туловище большое, ближе. Нет. Сюда еще ближе. Выше голову. Еще выше. Че, фотографирую? Приготовься. Вот, подровняйся маленько. Туда смотри. Чуть-чуть спину подальше. Все, замри. Выше чуть голову. По шее это. Видишь, у тебя должна голова чуть повыше. У тебя же воротник. Шея должна видно. Все, прикольно. Давай дальше. Да не. Давай, давай. Не надо, не хочу больше. А что? Да прикольно. Прикольно же, скажи, вообще тебе идет. Вообще прикольно. Отправься на почту. Да чё? Пошли. А тут еще вот виртуальный кортеж есть. Что это такое? Ого. Ты, короче, знаешь, это как мойка, что ли? Это родная. А, я думаю, это мойка какая-то. А может, она вторая? Давай. Прямо? Давай налево сейчас теперь. Сейчас, вон, видишь, светофор у них. Бабушка там на дороге. А тут нам как проехать-то, собственно говоря? Там сзади кто-то стоит, по-моему. Давай, я обруливаю туда вот так. О. Левее еще чуть-чуть. О. О. Блин, меня ушатало здесь. Ну так прикольно вообще. Давай налево. Сейчас спецсигнал включен. Лена, мне ушатало здесь вообще. Да? Голова кружится. Ну. Вот и первая авария. Ну давай, вперед, поехали. Сюда, налево. Налево. Давай еще чуть-чуть сложа. Налево. Да. Давай, вперед. Передний. Все, поехали. Все. Че, как впечатление от водителя? Классно. Артема? Что, тебе понравилось? А? Как я тебе? Понравилось? Я прям вот так сторонит меня. Барсетку бери. Что, понравилось тебе, Артём? Офигенно. Круто, да? Ну все, дальше, Паша, здесь еще не один зал. Где сфотографироваться хотели? Вот здесь вот, вон там. Ну давай. Вот Аурус. Ух ты какая. Thank you.
Нет, технические характеристики. Я думала, внутри там можно посмотреть. А что, внутри никак? Ну как посмотреть внутри, Лёша, как она выглядит? А? Как внутри машины выглядит? Нельзя посмотреть? Это только вот... Внутри хочу нельзя посмотреть. А почему? А что, запрещено? Ну, видимо, специально сделали, запрещено. Нифига себе. Если спидометр, то видишь, какая там интерактивная жилка. Сейчас на всех машинах. Есть часы, смотри. Нет, выключу. Да ладно. Не будешь фотаться здесь? Здесь не будешь фотаться? Нет, не хочет, он дальше пошел. А там что? Может, нет, здесь фотишь? Да. Mercedes-Benz G500. Крутится, что ли? А, нет. Блин, испугалась, он тут сидит. Внутри. Mercedes-Benz G55 AMG XXL. А, миниатюрные такие. Тоже Мерседес. Вот надо было... А, здесь другой. И какая-то еще призовочная еду хочу. Ты хочешь? Нет, видишь, как она написана, еду хочу. Угу. Аля. Может, он был здесь? Ага, вот здесь. Ну, чё же вы так? Чё же вы так? Слушайте, у меня у папы такой ковер был. Дома стелили. Вот точно такой же, оранжево-коричневый. Офигеть. Для отделки интерьера автомобиля использовался. О, ну все, фана. Сколько стоит? Да мы без денег сегодня уедем домой. Ой, да куда? Все деньги спустили уже. Ой, господи. О, у меня уже сил нет ходить еще. Только начали ходить-то. Уже конец дня уже. Потом ты по этим стрелкам езжай. Особого назначения. И чё, реально? Кофе, мороженое можно? Ну, сегодня видно, что это не прикольно. Работает. Ну, слава богу. Кофе. Не работает, слава богу. О. Вот солдатики, Лёша, вот. Я тебя звала вначале. Это магазинчик, типа. Ещё толстовки особого назначения продаются. Всякие машинки. Ой, смотри, Лёша, тут вон 50 тысяч рублей. Ага, ага, нифига себе. 2500. Да, конечно. Свет просто туда падает как-то. Обалдеть. О, ребята, здесь, конечно, надо жить, чтобы все увидеть. Тут нереально все обойти, конечно. У меня уже ноги болят. Пошли вон, поедим лучше. Да хватит уже есть. Мы же здесь поели уже. Не-е-е. Ближе к вечеру пойдем поедим. Где? Ну, здесь где-нибудь найдем присесть. Я туда хочу. Ну, здесь все красиво. Ой, уточки.
Ноги помочить хочешь? Ага, не так. Ну, тебе можно, кстати, да, носки снимай, да мочи. Где бы сесть-то? Уже сесть хочется где-нибудь. Ой, здесь прям вообще, конечно. Рай, конечно. Ребята. Кто-то живет в раю. Как этот остров здесь появился? Ну, с руками сделали, может, как-то, не знаю. Ну, с этим деревом как он с руками появится? А, ну да, но дерево это никак. Бы на машине вот так доехать, смотри, люди на машине заезжают как-то. Попробуй обойдись, все нереально же ногами, на ногах пройти. Пошлите дальше. Вот так вдоль пруда, туда выйдем. А есть вообще карта? Может, там еще пруды какие-то есть? Офигенно, конечно. Тут вообще, тут, я не знаю, жить надо здесь прям. Ну, так не знаю, как обойдешь. Там какие-то. Да, Том, смотрите, какой красивый замок на воде прям стоит. Вообще обалденно. Невероятно. Везде погулять. Наверное, каждые выходные бы куда-нибудь вылазила бы здесь. Как красиво-то, а? Все пострижено так. Орешка. Артем, приколист. Здесь бы посидеть где-нибудь. Хотя, казалось бы, это будний день. Рабочий. Народу дофига сколько гуляет. Мы вообще в шоке от масштаба. Тут нереально все обойти, я не знаю, это надо. Какие-то мини-карчики какие-нибудь были бы. Ну, то есть какие-то непонятные. Где иконах традиции? Про лошади. Ну, хотя сказали, здесь в иконах традиции. Здесь есть музей, ну не музей, а рассказывают, там экскурсии, я что-то не решила не ходить. Вот, и еще есть конюшня, вот, думаю, может в конюшню сходить. Тут здесь прикольный такой зал, красиво так. Пошли. Артем, пойдем? Музей лошади. Ну, музей, я посмотрела, там интерактивчик. Леша в шоке. Пошли. Выход, вот уже... Ой, ё-моё. Я в шоке. Вот это да. Ну что, а ночь будет здесь? Или только день? А паровозики не ездят, да? Где-то вон там далеко дальше. Нет, здесь вообще есть макет Москвы, где все двигается. Это да. Скучный какой-то макет. На самом деле есть покруче макета. Слышишь? Угу. Это скучный какой-то макет-то. Что-то ничего не двигается, людей нету. Ну, неинтересно, я думала, будет круче. Считай, сколько это там гул всего. Не, неинтересно. Так, пошли, просто посмотрим. Ничего не видно. Нет, я, короче, видела в интернете, то ли в Питере, где там макеты есть. Угу. Макет России, по-моему. Да-да-да. Вот там да, все да, двигается, да, паровозики, люди стоят. Это красиво, а это не скучно, неинтересно. Ладно, пошли, все руки смотрели. Ну да, обойдем по кругу просто. Пошли. Может, еще свет выключить? Сделали бы с подсветкой, было прикольно. Скучновато.
сейчас мы идем в павильон Буран. Ну, вы знаете, что у нас Леша создал Буран VPN. В общем, имени его посвящено. В честь которого вы назвали VPN, ребята. Для запрещенной социальной сети. А я думала, надо туда идти. Куда? Зачем? Сиреневая аллея, пройдемся. А где грушевая какая-то, что ты говорил? ВДНХ, мини-городок какой-то. Вообще прикольная идея, конечно. Я хожу, восхищаюсь всем, особенно зеленью, саждениями, ландшафтом. Боже, это очень красиво. Растамаркет, Беларусь, центр балета. Смотри, центр балета есть, вот. Балетный центр, я хочу сюда. Вот Армения еще вот есть. Армения? Я хочу на балет еще. Выставочный центр хочу, балет. Я хочу. Я сходила к тачкам, я хочу на балеты. Там красиво, наверное. О, потом давайте. Потом на Армению, потом на Казахстан, потом на Коне. Да, блин, надо было раньше вставать, спали до обеда, блин. Полпервого только позавтракали. Можно сегодня поспать. Можно вообще не спать было. Надо было 8 сразу, чик, и вставать вперед, идти. Шевелиться надо здесь, а не спать, блин, до обеда. Потом можно зайти здесь поесть чехану. Потом. Да, нет, чехана. Да, ну какой чехана? Цены такие же, там-то красивее. Сидишь там, фонтанчик. Ну там-то. Ой, как красиво. Ой, смотрите, собачка бежит. Смотрите, Камила. Милая собачка такая. Милая собачка. У нее ножки не ходят, ей что-то привязали, чтобы она бегала. Прикольная идея же. Чайхана долина. Прикольно здание. Да, мощно, мощно. Везде можно бесконечно снимать просто. Здесь мы ехали на самокатах. Еще музей космонавтики там хотели они зайти. Мороженое. Какое мороженое? Стаканчики какое-то. Ленинградское там, наверное. Теннис играют. Чебуречно. Вон впереди. Ну, всем спасибо. Всем спасибо, что пришли, мы одержали. Путешествуй. Вот, в принципе, изучка Российского Союза. Курорты Краснодарского края. Павильон. Отраслевых объединений. Стратегический партнер ОАО РЖД. Официальный банк РНК Банк ФАО. Самолет, смотри, стоит. А, это вот это Буран-то? Вау, вау, я сейчас там сфотаю, Леш. Леш, я сейчас там сфотаю. Класс. Там же лучший экземпляр остался. Ну вот, ребята, вот этот самый Буран. Буран. Мы к нему пришли. Давай, посажу тебя здесь. Надо сфоткаться. Тут как-то умудриться надо на нем фототься. Я не знаю даже, как залезть на него. Крыло, может, можно как-то. Я не знаю, как на нем фототься. Надо оттуда как-то фотографировать. Вот, во, точно, здесь стой. Во, и это видно. Супер, отлично. Я сейчас тебя зафотаю. Ребята, смотрите, вот он. Буран VPN. Создатель Буран VPN бота. Ребята, мы сейчас будем фототься.
Смотрите, какой ресторан или кафе, я не знаю, ну шикарно, шикарно. Ну там возле фонтана красивое было кафе. Китайский торговый дом, лапша вок. Главина, что это? Магазин какой-то? Главина, что это? Тут, блин, реально экскурсию нам надо на ВДНХ прям. Ищем лабораторию мороженого. Леша там по карте по какой-то смотрит. Ресторан, сыроварня и сырная лавка. Товары из Китая, одежда, кофейня. Я сюда зашла и офигела. Я думала, что здесь павильон выставочный какой-то про балет. Зашла туда, а там школа, детей обучают балету. В общем, такое здание красивое. А пацанов, думала, отправлю на космос, выставку. Мне не хочется на космос идти, не знаю, или с ним сходить. Ну, не знаю, что делать, или сходить. Сейчас ищем павильон лаборатории мороженого. Я бы еще куда какой-нибудь павильон, не знаю, какой-то там грушевый сад, он говорил, что-то еще там. Еще надо посмотреть, посидеть, почитать пока, что да как, ничего не понятно. Около 40 павильонов. Надо было дома изучить это все дело, а я что-то профукала этот момент. Больше про Питер читала, смотрела. Красотища, конечно, здесь гулять вообще супер. Леша опять куда-то стартанул. Анна Павловна. Блин, как поснять надо. Так, я иду в дом бабочек. Облом раз с домом балета. Уникальная коллекция бабочек, жуков, насекомых. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам на выставку? А да, сколько билет стоит? О, меня прошу, вот на билет. У нас есть две выставки. Выставка бабочек на первом этаже, на втором этаже выставка рептилий. Вот на бабочек. Кто-то идет на бабочек, угу. 1000 рублей, кто-то идет на рептилий. Угу. А кто покупает билет, по-моему, будет туда-туда. А что, тебе взять билет? Мне только на бабочек надо. Мы на космос пошли. Ну идите. Только на бабочек? Я на бабочек только. На бабочек 1000 рублей. Наличка или перевод? Наличка? Наличка или перевод? У нас Лена пошла. Павильон бабочек, а мы пошли на космос. Бабочка. Какие не крупные-то вообще. Ой, мамочка. Я не могу и боюсь. Когда не садятся. Тянет все. Не слазит даже. Сейчас идем в корпус космос. Самый желанный, так сказать. И затылок ее сфотографировал. А вот теперь смотрите. Мы сегодня как? А? 7 вот мы день рождения космического телевидения. Вот благодаря этой станции. Потому что это космический сюда хотели попасть, а она закрыта, е-мое. Это жилой модуль станции Мир получается.
вообще класс. Химический аппарат для связи получается. Все, мы с Артемом устали, сейчас пойдем посидим маленечко. И тут покажу всю красоту этого места. Смотрите, интерактивная земля. Пионер. Ой, смотрите, как круто. Все, как Артем, тебе масштаб? Подняться можно? Да, можно. Ага. Вот это, понимаю, выставка, так выставка, да. И тут, видите, пульт получается, да? А ты здесь как бы управляешь, получается, полетами. Вот здесь интерактивная доска. Здесь программа полет. Ну, тут просто про историю космических полетов. Это типа как бы вот. Авиатренажер вертолета Ми-8Т. Почему-то на рисунке изображен самолет. Вот такая вот кабина, вот так вот. Так, ну, Артем сегодня накатался, в принципе, да, полет стоит 1000 рублей, но прикольно, может, полетаешь, да? Да. Ну, круто смотрится. Такой вот интерактивчик, посвященный разным знаниям. Что такое нейтронные звезды, темная материя, это, и так далее, и так далее. Все, конечно, выглядит очень, но мы не будем ее рассмотреть, уже сегодня времени нет, уже 8 часов 9. Ну, конечно, выглядит все. Туполев. Здесь в основном модели самолетов, они как в реальную величину, так и некоторые макеты есть. Ну, точнее, не в реальном, а в определенном масштабе, один, наверное, 20. Здесь мы можем видеть некоторые варианты скафандров, ну, разных поколений. Более ранние, уже более современные варианты. А ты еще ранее, то есть первая вариация, это уже следующее поколение, это уже текущее поколение. Понимаю. Что это? Пульт управления шлюзами. Fact, it's true. It's harder when it's you. Try to find a solution. Watch myself try to drink it away. Turn the volume up, can't hear myself say. I'm out of touch.